Жилье, тряпье, квартира, телефон, ковры из бер, книжки, золото и дача, хрусталь, рояль, санузел разделен. Не жизнь, а сказка, редкая удача. Друзья твердят, одумайся, чудак. Она страшна, но я махнул рукою. К чему все это, главное ведь брак. Есть средства для душевного покоя. В любовь не верю, это ерунда. Ведь жизненный порыв недолговечен, и тот, быть может, счастлив лишь всегда, кто полно и всецело обеспечен. А в сущности, что нужно мужику, чтоб мог существовать и не нуждаться? Газета, мясо, рюмка, коньяку. И то, о чем нетрудно догадаться. Здесь полон дом, довольствуйся хоть век. Она урод, но как тут не жениться? Ее отец известный человек. Он вечно то в тюрьме, то за границей. С продуктами здесь просто как нигде. Мамаша-повар в ресторан в вагоне на той неделе об ее труде. Был очерк в человеке и законе. Мораль она внутри, а наяву. Главой всему священные бумаги. Пускай я хоть немного поживу, как гангстеры, грузины и завмаги. Теперь, пожалуйста, проигрыш – это половина мужской песни. Моя игра не стоила свечей. Женился по неверному расчету. В семейной жизни много мелочей, увы, не поддающихся учету. Бессмысленно считать и выбирать. Но люди, как ни странно, век за веком находят счастье в том, чтоб спать и жрать. Всегда с одним и тем же человеком. Но что за радость в том, что год подряд без всяческих надежд на жизненную тебя весь день муштруют и корят. А ночью издеваются вручную. Лишь в многоженстве есть разумный путь, решение сексуальной теоремы. Чем больше жен, тем проще сочкануть. Не зря ж султаны строили гаремы. Я вовсе не желаю людям зла, пытаюсь удержаться от обид, но когда у друга теща умерла, мне было по-хорошему завидно. У этой был простой гонконгский грипп. В мою ж автобус врезался в субботу. Водитель с пассажирами погиб, а теща опоздала на работу. Грызу подушку, вою от тоски. На кой мне ляд такая вот обуза? Я смело мог стирать себе носки, не оформляя брачного союза. Взорвался, плюнул, стукнул кулаком. Сказал, что ухожу, все надоело. А ты вдруг ни с того и ни с сего сама взяла и забеременела. Жилье, тряпье, квартира, телефон. Жилье, тряпье, квартира, телефон. Юлия Зюзикова, спасибо огромное. Действительно, исповедь.